Это музей народный. В этом музее, можно сказать, я живу. Здесь предметы, старины. Большая часть предметов все рабочие. Можно прямо сейчас пользоваться, что машинками, часы ходят, машинки шьют, прялки крутят, работают. Вот теща мне подарила кровать, Ирина, ей больше 170 лет. На ней можно даже прямо сейчас полежать, отдохнуть. Пожалуйста, все они руками берут, все трогают, что им интересно, я все рассказываю. Ну, где откуда привез, где что взял. Ну, показываю, что им интересно, говорю, что это рабочие, например, если хотят. Дети вот машинками маленькими тут начинают. Ну, короче, что им интересно, все дозволено им. Все, что они хотят, то они трогают и, ну, как бы пользуются тут чисто при музее. Здесь у меня предметы, которые пользовались мои дедушки, бабушки, прадеды. Они как бы в данный момент сейчас душа этой нашей деревни, можно сказать. Приходят люди старые, некоторые даже плачут, вспоминают, что они пользовались когда-то этим. Это все старинные вещи, с которыми они выросли, ну, шли по жизни. Особенно тут очень много предметов для женщин. Ну, гармошки, это, конечно, для мужчин, а так вот все, что тут, большая часть, все это чисто для женщин. Ну и я как бы горжусь тем, что я вот из ничего, ну и собрал потихоньку. Я собираю 4 года, вот скоро будет осенью 4 года. И вот я собрал такой музей, люди как бы с душой идут, некоторые прямо тут падают и плачут, и всякое уже было здесь. И то, молодое поколение. Молодое поколение, я им объясняю, некоторые вообще ничего не знают, некоторые где-то у бабушки, у дедушки видели, ну там в деревнях, или обычно-то в деревнях, так как этот. Бабушки живут в деревнях, они видели то-то, ну, самовар там, например, или там прялку, сундуки. Ну, люди все, которые здесь были и которые собираются, в общем, они рады за меня и рады сами, что есть еще такие люди, что, которые, ну, занимаются вот этим делом. Вот. Здорово. Туру нашего Пермского края, ну, чисто как Добрянский район, Палазна у нас относится к Добрянскому району, чистее. Я стараюсь вот это все сохранить. Но людям очень нравится, кто здесь был, кто много записывается. Я хочу вам показать фотографию, которую нам передала Могильникова Людмила Афанасьевна. Это фотография ее отца. Он работал писарчуком. И эта фотография, вот она сама по себе ценность. Старинная фотография 19-го года. Здесь изображены красноармейцы после освобождения Перми от Колчака, июнь 19 года. Это все записано на обратной стороне. Вот видите? Угу. Раз он работал писарчуком, то есть почерк до сих пор понятен. Вот он самый последний. Плеснина Афанасьевна. Перечень фамилии. Да. И среди записей я случайно обнаружила, что здесь даже записаны люди, которые участвовали в расстреле. Видите? Великих князей в 1918 году. Mm-hmm. И даже там есть даже где царской семьи. Сейчас Писарев, Верс, Георгий, Турин, из села Болезуба. То есть это такой исторический документ нам попал в руки. Вот видите, здесь есть даже записи, вот. Что этот человек хоронил великих князей в 1918 году в городе Алапаевске или Альметьевске, а здесь участвовал в уничтожении... Тоже участвовал в уничтожении великих князей в 1918 году. То есть это просто исторический документ. Ну, это фантастика, да, на самом деле. Да, всмотритесь в лица, люди, которые перевернули историю, если среди них были участники. Мне кажется, он просто неспроста даже перечислял их. Может, это как документ хотел сохранить. Да, вот он сам, участник трех войн, и за все свое участие он ни одного человека не убил. Участник трех войн и ни одного человека? Да, ни одного человека. А кто это такой? Плюснин. Афанасий
Сергеевич. Красавец. Да, автор вот этих, этой записи. Неспроста он оставил нам этот посыл, чтобы люди хотя бы знали, кто, да, конечно. Мне тоже кажется, это была цель. Цель, да. Представляете, мы держим в руках действительно уникальный документ, направленный на установление правды с именами, с фамилиями участников, кто принимал расстрел. А вот тут даже тоже вот написано, видите, также уничтожал или был, ну надо разбираться. Так. Великий князь там. Болел. Легко. А может в быть. В форме через месяц выписался. Да, тут прям настоящее зашифрованное послание. Вот. Он из города Алапаевска хоронил великих князей в 1918 году, то есть когда, видимо, их обнаружили. А этот вот, да, из Алапаевска тоже уничтожал, тоже. Тоже участвовал в уничтожении великих князей в 18 году. А как его фамилия? Так, вот тут надо разбираться. Без какой-то Бессонов. Бессонов Григорий. А как его идентифицировать? Какой номер это? Вот он шестой. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу, Бессонов. Вообще, Бессонов. Ты поменял всю историю. Но... Вставляете? Нет, ребят. Так. Номер шестой. Город Алапаевск. Хоронил великих князей в 18 году. Номер 6. Зав. Какая-то должность там вначале идет. Армисен. Нет, зав чем-то, он зав хозяйственной части. Сунов Григорий из города Алапаевск. Алапаевск тоже участвовал в уничтожении великих князей в 1918 году. Да. Вот что такое частный музей или народный музей, чтобы просто все понимали.